Страйкбольный пистолет Glock 33 от производителя из Тайваня компании VE. В комплекте есть небольшая инструкция, чтобы воспользоваться полной инструкцией, необходимо перейти по QR-коду. Разумеется, в комплекте есть сам пистолет и грингаз-магазин для этого пистолета. У данной модели во время стрельбы затвор двигается, есть имитация отдачи. Затвор выполнен из алюминиевого сплава, удлинитель ствола алюминиевый сплав, рамка и планка выполнены из пластика. Штатные прицельные приспособления – это мушка и целик. Обратите внимание, что на них есть светонакопительные элементы, и поэтому их хорошо видно при плохом освещении. На рамку установлена планка для крепления дополнительного оборудования. Сюда можно поставить фонарик или, например, ЛЦУ. Также здесь есть предохранитель. Органы управления – это переводчик режимов огня. Здесь есть два положения – одиночка и очередь. Клавиша сброса затвора с задержки. Кнопка отмыкания магазина, спусковой крючок с автоматическим предохранителем, то есть пока вы не зажмете центральную часть спуска, нажать на него у вас не получится. Для подкрутки шаров, чтобы они летели дальше, у этого пистолета есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо выполнить неполную разборку. Для этого извлекаем магазин, далее откручиваем вот эти два шестигранника. Снимаем планку, откручиваем вот эти два шестигранника, зажимаем фиксатор затвора и снимаем затвор. Регулировка хоп-апа происходит с помощью вот этого колеса. Собирается пистолет в обратном порядке. Так как этот пистолет работает от грингаза, чтобы начать стрелять, необходимо с помощью грингаз-баллона заправить магазин газом, зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, убедиться, что пистолет находится не на предохранителе, взвести затвор, прицелиться и можно стрелять. Когда шары в магазине кончаются, затвор встает на задержку. Для данного пистолета подходят грингаз-магазины для пистолетов Glock от фирмы VE.